Изобразить музыку, застывшую в камне, или настроение шедевра архитектуры. В областной библиотеке открылась выставка самарского художника, фотографа и архитектора Андрея Самолинова. Зрители могут увидеть более 20 фотографий и 80 акварелей. Два принципа, которыми я руководствуюсь неукоснительно с того момента, как начал рисовать акварели последние 3 года. Первый, я не повторяю сюжет. Я, в принципе, не писал один и тот же сюжет. И второе, я заставляю себя показывать все картинки, даже которые мне не нравятся. Это меня стимулирует, это делает меня ответственным. Андрей Самолинов – архитектор по образованию, поэтому ведущая роль в творчестве отведена впечатлением от урбанистических пейзажей, которые довелось увидеть и сфотографировать во время путешествий. Выставка называется «Genius Loci», «Гений места». И она, собственно, предоставляет вот тот дух многих городов мира, в которых удалось побывать автору. Все города и постройки, изображенные Самолиновым, наделены каким-то особым настроением и даже звучанием, отмечают зрители. Четкие архитектурные линии сочетаются с нежностью и легкостью акварелей. Этому можно поучиться. Стилю, вот этому стилю, как он работает. Он вот к выставке «Знаки, символы и мифы» делал работу, перед ним стояла задача не утратить вот эту вот современность, такую легкость и идею, сделав это все на акварельной бумаге, в технике вот графики, акварели, то есть вот это вот сочетание живописи, графики, легкости вот этой акварельной. И он эту задачу выполнил. То есть вот эта сейчас работа висит, она представлена. Поскольку художник живет за городом, в своем творчестве он уделяет внимание животным и цветам. Некоторые из работ представлены впервые, так как были написаны специально для этой выставки. Увидеть ее можно в галерее «Новое пространство» до 14 августа совершенно бесплатно. Александра Гусева, Василий Колдашов. События.